Всем привет! Сегодня мы начинаем новый влог. На улице 6 января, четверг, и мы с самого утра едем завтракать к кумовьям. Попозже я вам расскажу, почему. Пойдемте к кумовьям в гости. Посмотрите, какая тут красивая девочка сидит. Ой, уже не сидит. Даша, ты ушла? Нету Даши, где хоть Даша? А где Даша? Я попочку отклянчила, олень. Попочку отклянчила? Даша, ты ушла? Да! Да, по женихам ушла Даша. Даша сейчас к женихам поедет. Да, там же есть это, мальчик, по-моему, ее ровесник, да? Красотулька! Даша красотулька? Да? Даша красотулька? Ты как красивая, правда? Смущается, сидит. Ага. Посмотри, какая красотулька. А кто тебе, папа не дает спать, да? Папа спать не дает. Вова, мы тебя вычислили. Ага. А чьи-то голые пятки? Чьи-то голые пятки? Это, наверное, крёстные пяточки голенькие. Это крёстный? Крёстный босые ножки? Ты кушать пойдёшь? А? Ну, пойдём. Пойдёшь кушать с нами? Да, пойдём. Пойдёшь ко мне на ручки? Нет. А крёстная плакать будет. А ко мне пойдёшь? Тоже нет? Блин, у меня такое личико красивое, я не могу прям вообще. Лена. Лена из-за Вовы выглядывает, мультики смотрит, смотри. А из-за Вовы не видно, видишь? Так, Лёш, вам чай, кофе? Чай, Вер. Мне что-то с утра плохо. Разбавлять? Угу. А у тебя есть давление мерить, Вер? Что? Давление мерить есть? Есть, да. Мы уже вышли от кумовьев, попили чай. Вера готовила пиццу вчера. Ой, очень скользко у нас оттепель и очень скользко. А к кумовьям мы попали, потому что утром мы поехали за Лешиной машиной, которую он вчера оставил на ремонт. И ребята, когда выгоняли машину из бокса, сказали, что вроде как в этот момент закусился там ручник. В общем, что-то с ним случилось. И они сегодня с утра ее ремонтировали. Вот. Сказали приехать за машиной через час. Так что мы этот час поехали к кумовьям, потому что они рядом живут с этой мастерской. И попили чай, заодно пообщались, с Дашкой поиграли. Я особо не снимала, потому что люди только проснулись. Ну и я как бы спросила, говорю, можно вас поснимать? Они... Вова сказал, не надо. И мы не стали снимать. Ну, утро, сами понимаете. Вот, сейчас мы едем обратно в мастерскую за Лешиной машиной. Надеюсь, что ее уже сделают к этому времени. Потому что уже даже не час прошел больше, да? Часа полтора, наверное. Сказали плюс-минус сейчас. Ага. Ну и все. Мы заберем машину и поедем работать. Попозже я к вам подключусь. Как я проведу этот день, пока не знаю. Потому что сегодня праздник. Сегодня надо колядовать. Леша не хочет идти колядовать. Ну, посмотрим. В общем, как я проведу этот день, вы все увидите, потому что я беру вас с собой. Поехали! У нас уже вечер, я уже приехала с работы и хочу вас всех поздравить с рождественским сочельником. Желаю вам всем всего хорошего, всего самого наилучшего, всех благ, добра, счастья и, конечно же, здоровья. Сегодня положено ходить, колядовать. Лёша сказал, я не пойду.
Ну, а я, конечно, не пойду без Лёши, и никаких друзей мы звать тоже не стали, потому что Лёша не хочет кальдовать, а я без него не пойду. Даже если все бы друзья наши собрались бы, я без Лёши все равно кальдовать бы не пошла, поэтому мы сегодня не кальдуем. И дочка моя сегодня кальдовать тоже не пошла. Пишите мне в комментариях, вы ходите кальдовать? Ходили? Пойдете кальдовать? Мне интересно, как много людей все еще кальдует. Мы вообще раньше кальдовали, но Леша сегодня сказал, нет, не пойдет кальдовать. Ну ладно, нет так нет. Завтра Рождество. С утра мы пойдем в церковь сходим, а потом, пока не знаю, какие у нас планы. Может быть, работать поедем, может, гулять куда пойдем. Пока не знаю, в любом случае, я завтра возьму вас с собой, и вы все увидите своими глазами. Ну, а сегодня я хочу закончить наш влог, сказать вам всем большое спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо! Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока. Еще раз всех с праздником!